В крестьянских хозяйствах и товарищества Карашалганского сельского округа трудятся около 100 местных жителей. Это люди труда, которые работают, разводя скот и птицу. С ними познакомилась наша съемочная группа. В народе есть много пословиц о пользе ранних подъемов. В селе Жантике трудящиеся тоже привыкли вставать с рассветом. На пастбище по утрам выходят 1640 голов крупного рогатого скота, 912 лошадей и более 5500 овец и коз. Казырбек Абильдин, несмотря на инвалидность, долгие годы работал водителем совхоза. Труд и по сей день помогает ему улучшать свои условия. Я трудился в совхозе почти 40 лет. Водительская профессия мне нравилась. После расформирования совхоза я начал собственное дело – выращиваю скот. Продаю его закупщикам напрямую. В заготовке кормовой травы помогают мои дети, еще местное партнерство. Доходы растут с каждым годом. Аким сельского округа отмечает, что такие выдающиеся труженики, как Казырбек Абильдин, являются примером для молодежи, ведь многие профессии в селах предполагают ежедневную работу. Состояние села сегодня хорошее. Работают социальные объекты. Каждый житель держит несколько голов скота, птицу. Подготовлен запас кормов для зимы. По словам жителей Карашалганского сельского округа, кропотливый труд позволяет достойно зарабатывать на жизнь. Эльмира Оспанова, Колымбек Мухамеджанов, Алмаз Садвакасов, Кокше, Акпарат.